В Ярославле появился серийный педофил. На его счету уже с десяток нападений на девочек. Все они произошли во Фрунзенском районе. У полиции есть подозреваемый, и он уже задержан. Подробности нашумевшего дела выяснял Максим Григорьев. Фрунзенский педофил. На его счету как минимум 8 нападений на несовершеннолетних девочек. Все они были совершены на фрунзенской стороне Московского проспекта. Кроме него, он также отметился на улице Гоголя и в переулке Герцена. Несмотря на то, что почти сразу был составлен фоторобот-извращенца, задержать его долго не удавалось. Несколько месяцев маньяк держал в страхе всю нечетную сторону Московского проспекта. Успел наследить он и в этом доме, но тогда, к счастью, его спугнули. В этот подъезд маньяк зашел за 11-летней девочкой и ее братом. Пока мальчик отвозил на лифте велосипед, извращенец напал на его сестру, но изнасиловать ребенка не успел. В подъезд зашли люди, и мужчина бросился на утек. Маньяк побывал и в соседнем дворе. Похожее преступление произошло и в этом доме. Здесь жертвой маньяка также стала маленькая девочка. Не спас даже окружающий дом забор. Последнее нападение мужчина совершил в этом доме. Это было в конце прошлой недели. Все происходило по схожему сценарию. Караулил, заходил в подъезд и насиловал. В этот раз его жертвами стали сразу две несовершеннолетние девочки. После этого полицейским все-таки удалось задержать подозреваемого. Его личность, а также подробности дела правоохранительные органы пока не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. Максим Григорьев, Михаил Орлов, городской телеканал.